компании «Теплоэнерго» пояснили, что по правилам, установленным региональной энергокомиссией, в домах, где нет общедомовых приборов учета тепла, плата за отопление берется за полные 7 месяцев отопительного сезона. Данная норма утверждена приказом региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края от 10 января 2017 года, номер 1/2017 НП, и применяется повсеместно на территории Краснодарского края. Фактическое начало отопительного сезона связано с установлением определенного температурного режима в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, а именно установление среднесуточной температуры наружного воздуха на уровне 8 градусов Цельсия в течение 5 дней. Однако, согласно постановлению администрации муниципального образования города-курорта Анапы номер 1116 от 4 июня 2018 года, фактически отопление может быть включено и ранее по заявкам потребителей.